Дубль один, дубль один. В общем, всем привет! Всем привет! Вы на канале Love the Rake. Сегодня на нашем канале интерактивная игра. В чем суть игры? Наш ведущий будет задавать вопросы. А мы должны отвечать, кто, красиво. Что. Просто отвечать на ее вопросы. Короче, мы начнем, вы поймете. Поехали. Кто из вас самый умный? Ты? Видите, мы с ним друзья. У нас одно мнение. Кто из вас самый капризный? О, господи. Я знаю. А, давайте сразу договоримся, что не ругаемся и ничего, это всего лишь игра. Сак, понял? Кто из вас самый уступчивый? Ого. Нет, вот серьезно? На все согласится, на все пойдет. Видочня. Говорю. Эдгар. Просто корм там по бартеру можно похавать. О, пойдет. Кто из вас самый вспыльчивый? Вы что, охренели? Кто из вас больше шутит? А, ну тогда не знаю. А где я? А, я. Ну дано ему, что поделаешь? Ай, да я мой друзья! Кто из вас больше любит есть? Я считаю. Кто из вас не пунктуальный? А, ну тут по-другому. Ну это легко. Кто из вас пунктуальный? Так, ну наверное. Кто самый серьезный? Блин, ну когда как? Не знаю. Тут, наверное. Как видите? Кто самый общительный? Блин, ну тут все. Ну вы уроды. Ты задолбал троих поднять. Курюна нет. У кого нет своего мнения? Я скажу. Кто из вас лучше поет? Я. Корюн. Хорошая музыка, только что-то кровь идет. Это. А что наша играет? Вопрос. Кто лучше знакомиться с девушками? Не знаю. Это... С парнями. Кто из вас? Кто из вас больше всех тратит деньги на девушку? У нас нет девушки. Было бы смешно, если бы, да? Пацаны, я... Кто из вас инициативный? В смысле? Инициатива. Я таких слов не знаю. Инициатива это вообще... Чё за фигня? Небольшая пауза. Хотим сказать спасибо огромное шоуруму и фотостудии РР за предоставление вот такой шикарной локации. Коротко. Хотя, девушки, специально для вас тут два в одном. Фотостудия и шоурум в одном помещении. Кто из вас тратит деньги на ветер? Во! Для ветер? Во! Я отвечал на этот вопрос уже. Не, ну мне интересно, давайте обсудим этот вопрос. Какого хрена я? А можно я вставлю, что я говорил в начале? Давайте сразу договоримся, что не ругаемся и ничего, это всего лишь игра. Один, кадр два. От кого всегда пахнет парфюмом? I am Iron Man. Мне кажется, Курюн. Нет? Ну, Курюн денег на духов нет. Он перед машиной все время... О, перед машиной. В машине все время пшикается, нет? Следующий вопрос. Кто из вас больше всего времени проводит в качалке? Я не понял, а что это они ржут? У кого из вас дефект речи? У нас, братан. Просто я ставлю кадры с прошлого видео. Я настолько люблю образ Хита Леджера. Люблю. А этот фильм вот и без канала. Кто из вас при разговоре складывает руки, как будто молится? Это как? Это ты, наверное, вот так? Да.
На самом деле. Вот так? На самом деле, ребят. Просто для меня сейчас это нонсенс. Ребят, я в шоке. Надо. Это для меня нонсенс. Кто из вас самый наивный? Я ждал. И последний вопрос. Кто из вас больше всех любит арамид? О, единогласно. Ой, мои. Что, охренели, что ли, урод? Друзья! Это было очень круто, мы узнали о себе друг о друге намного больше. Всем спасибо, всем пока. Блин, пацаны, мы забыли. Подписываемся на канал и ставим пальцы вверх.